Так, смотрим сюда. Вот эта фотография ее на моем саду. Вот, попробуем расшифровать. Смотрим сюда. Это фактически я прикалываюсь, смотрите. Таких несколько десятков. Я сейчас просто покороче уже. Вот, смотрите. Вот смотрим снизу вверх. Вишня Жуковская. Ну ладно. Так. Это моя фотография прогулки по саду. Ну, то есть, это мой материал. Так. Я почему обращаю внимание? Кто-то, купив перекупщик сорта там с Молдавии, там, вот сейчас, кстати, в Саяногорске продают крымские саженцы. А я же вам показывал, помните, что Сергей выписал персики с Крыма и эти, яблони. Яблони одна осталась. Подыхает, я потом покажу фотографию. Персики сразу были мертвые. Так вот, ну настоящие. Вот, я к чему говорю? Я все время бил тревогу. Я доходил до Госдумы. Выручайте, еще бокалы Божии, когда умер. Надо спасать. Уникальные эти. Понимаете? А мне тычут иногда в морду, ну, почти такие же. Что-то мозги пудрите, что-то не матом. Вон. Вон, посмотрите. Наследие Байкалова, и бах мне про этот самый, про какой-нибудь сайт. Вот. Захожу на этот сайт, а там фотография сделана какая. Ну, там, я их уже многие примелькались, вот, с интернета. Вот нашел и свою. Абрикос Серафим. Видите, фотография моя. 100%, не 99, 100% это моя. Вот она. Так. Ладно. Смотрим дальше. Так, сейчас все правильно. Так вот, Сибиряк Байкалова. Вот сохраняет наследие. Раз присвоили мою фотографию, значит, что это? Правильно. Это перекупщик. И ни хрена он не сохраняет. Вот и все. Я потом еще покруче хочу покажу. Вот абрикос. Мудила из Нижнего Тагила тоже продает. Фотография моя, значит, тоже перекупщик. Где-то в Нижнем Тагиле питомник, которым маточный сад. А? Может, вы знаете. Вот. Артемовск тоже. Ну, там-то можно было. Если это сад, там-то, если это я не ошибаюсь, Восток, то там-то уж свои-то можно было бы иметь. Все-таки Серафим оттуда. Ладно. Поприкалывались. Здесь покруче. Вот эту фотографию я сделал прям с сайта. Тимирязевка, та самая, которую все закрыть не могут. Я их перестал жалеть. Я вначале говорил, вот это самое знаменитое, только не буду называть их на грани закрытия. Может, им последнюю каплю надо. Ну, нельзя так. Но вы ко мне обратились. Я не говорю, что заплатите мне там за соавторство, что. Просто украли фотографии, все, переименовали. Вы думаете, это все? Сейчас, смеемся вместе. Вот. Знаете, как мы будем смеяться? По-настоящему. Сейчас мы с вами... Вот так. Это у меня кусочек только оттуда. Это все фотографии мои. Сейчас. Смотрите. Вот. Ну вот. Это учеба. Я иначе не называю. Это учеба. Смотрите. Фото абрикоса Железова. Так. Присвоено. Вот это. Вот это. Вот. Может, запомните, чтобы не брать. Вот так. Вот это присвоено. Фаина. Так. Вот это присвоено. Как гибрид с персиком. Вот это присвоено. Вот это часто встречается в интернете. Так. Вот это присвоено. Часто встречается. Идем дальше. Вот это присвоено. Сейчас поймете, к чему говорю. Вот. Тут некоторые уже не мои попадаются. Вот это мне не знакомо. А нет, моя. Кстати, видите, это самый логотип. Это уже только с последнего, последние годы только, чтобы не воровали, вот видите. Но я все равно вот так отрежут, вот так. И все равно покажут. Вот. Вот это присвоено. Вы часто встречаете на чужих сайтах. Вот это присвоено. Вот это недавно сам встретил. Вот это не моя фотография. Здесь написано сайт. Но это фотография Латинкова. Это не вранье.
Все по-честному, это друг. Вот. Вот это присвоено, вот это вот трусы Сереги Железова. Я все говорю, давайте устроим. Вдруг кто-то скажет, вранье, это моя фотография. Я скажу, давайте сравнивать, чья рубашка, чьи трусы, шорты, в смысле. Ну и так далее. И вот я еще. И вдруг вот это присвоено. И вдруг, кстати, вот это присвоено. И вдруг, смотрите, о, где-то я что-то видел. Берем и нажимаем сюда. Вот, это рекордсмен. Сейчас вы поймете, к чему я говорю. Вот, смотрим внимательно. Смотрите, сколько их. Видели? Сейчас будем разбираться, это очень важно. Почему? Потому что когда-то же конец должен прийти. Вот, ну, надежда, что вы еще будете рассылать мои эти ролики. Вот. Сейчас поймете, к чему. Поймете. Ну, это, как всегда, вранье. Вот, вранье. Это, то есть, вам подсунут, видите, он же триумфом стал, вот, некоторые переименовывают, вот успех, видите, вот, они берут как, ну, люди же не отличают абрикос от персика, помните этот случай дикий, который я разоблачил, самая подлая фирма Беккер, вот, нарисовали, не сфотографировали, персики написали на нем абрикос, даже этого не знают, а продают. Вот, и вот получается, вот это персик, ладно, посмеялись, это моя, это самое, с моего сайта. Сейчас самое интересное, опять попались голубчики, ну почему, ну вам-то, ну ведущие это, ну неужели, и главное, обозвали как, переименовали и сказали, успех, а за вами уже, вот успех, персик успех, и там успех, еще будет, вот еще успех. А, ну как мне не прикалываться, смотрите. Это уже глядя на вас, наверное. Или вы это у кого просто уже не у меня слям взяли, а у, в свою очередь того, кто у меня украл, уже у них украли хотя бы название. Это не все, что самое интересное будет. Даже вот это уже скандал дичайший. Ну это же на вашем сайте. Вы что, ребята? Ну нельзя же так-то опускаться-то. А знаете почему именно эта фотография? Сказать? Я набрал, в данном случае, набрано мной было фото Железова абрикоса, а там чуть по-другому слова были представлены. И не моего сайта. Нет. А просто с тысячи абрикосов вот эта фотография оказалась самой первой. Вот поэтому ее часть всех хирямзили. Это мой рекордсмен. Теперь смотрите. Вдруг они стали Августином. Где? Астана. Помните, письмо-то было из Казахстана, да? Ни хрена не получается. А зачем он ко мне написал? Почему он у меня хочет это? Косточки там, подвое. А? Тот, кто с Казахстана. Я надеюсь, он меня слышит. Уже забыл, как его зовут. Ну, у вас же свои есть. Вот они, в Астане. Чего же ехать-то? Тем более, вот они, смотрите, какие замечательные. И название у них Августин. Вот так. Это еще не все. Я когда... Я за голову схватился. Вот. Опять. Этот самый Тимирязевка. Воронежский румян. Ух ты, он уже воронежский румяный стал. Фантазия богатая. А это все, это моя фотография. Вот. Сибирская дача. Абрикос успех. Господи, сколько тут всего. Я сам-то сейчас только толком смотрю. Опять успех. Когда же переименовать-то успели? Сады России. Ну я же с вами дружил. Пока был жив генеральный директор. Ну, нельзя же так-то опускаться-то. Я вам 2000 черенков. Вы представляете? 2000. Я на вас заработал 90 тысяч рублей. Вот, по 45 рублей черенок. Ну и где мои 2000? Ой. Кухтарский мне потом все-таки звонил два раза. Говорит, великолепно. И дальше не хочет, или уже его кто-то по рукам дал, чтобы он мне это. Дальше не рассказывал, что мои сорта выдающиеся. Почему? Объяснить? Остается только на название поменять. Так. Новосибирский, пожалуйста, 500 рублей. Ну а где они в Новосибирске-то вырастили, если фотография моя?
Еще не все, еще смешнее будет. Абрикос Хабаровский стал, уже Хабаровский. Садовый центр. Господи, сколько вас в этих самых-то мошенников. Вот. Коллекция Семен Железова. Ну, это честно. Абрикос Фаина. Вот это ошибка просто. Так, абрикос многолетний. Питомник в Москве. А вот, вот я именно, что меня зацепило. Там был Августин, здесь стал Августин. Я потом нашел абрикос Августин. Ну, средненький, он никакого отношения ко мне не имеет и к этому фотографии. Вот, главное, что в Минске, в том самом Минске продают фальшивки. Продают их обычно, из, я уже знаю, из Польши привозят. А министерство написало мне, что мы занимаем, в принципе, у нас придается большое значение это самое садоводство. Но, заметьте, как там было. Помните, мы разбирали их письмо? Как там было? Правильно. Вот. Вы пишете, что обрезка вредна, а мы как резали, так и будем резать. И это ответил специалист из того самого Министерства сельского хозяйства. В это время саженцы, они покупают импортное. Естественно, все это сдохнет. Тем более с обрезкой. Опять Августин, уже в Москве. Опять Августин, в Астане. Где еще мы не были? На Украине мы еще не были. И, так, сейчас найдем. Опять успех. Что-то вот тут это перебрали. Так, ну, Бродским-то понятно, это мы друзья. Вот. Опять успех. Опять успех. Так. Триумф Северный. Я где-то проворонил, знаете, еще Украина точно была, 100%. Вот. Короче, круг замкнулся. Так, ну что у нас получается?